Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! 9 мая в прошлом году я не работала и отмечала этот праздник. Так. Мы ходили в парк, там был концерт, и мы там пробовали полевую кухню. Там так. Была такая вкуснейшая каша. И я не могу понять, как же ее воссоздать дома, чтобы она была такая же рассыпчатая, такая же вкусная, а? Оленька, я сегодня научу готовить тебя полевую кашу еще более вкусной. Ведь мы, когда готовим полевую кашу, нам важно ее протомить. Но я тебе хочу так сказать, что наш набор самый многофункциональный, поэтому он способен на многое. Внимание, друзья, пойдемте за мной, и я вам это докажу. Ведь сегодня мы представляем набор посуды от бренда Welbeck. Настоящее австрийское качество, которое поразит любого любителя приготовить вкусную еду. Только посмотрите, насколько этот набор многофункционален, ведь в нем можно варить, тушить, запекать. Даже использовать набор как форму для выпечки. Посмотрите, я запек большой кусок мяса, и он запекся просто идеально. Сочный какой. Ну что ж, друзья, сегодня мы вам предлагаем точно такой же сочный результат. Обязательно все будет получаться еще вкуснее в наборе посуды от бренда Welbeck. Итак, друзья, 18 предметов вы сегодня получаете за 3990 рублей. В комплекте, да, вот это вот все. Давайте сейчас расскажу. Смотрите, большая кастрюля объемом 6,1 литра. 3,6 литра. 2,7 литра. Посмотрите. Смотрите, дальше 1,9 литров. Вот такая маленькая кастрюлька, либо ковш, точно такого же объема, с крышкой. Далее сковорода, сотейник, форма для запекания, 3 в одном, также в комплекте от бренда Welbeck. За него дополнительно доплачивать ничего не нужно, 24 сантиметра в диаметре. В комплекте вы также получаете дополнительные аксессуары, ложки, поварешки, я их называю, 2 бакелитовые подставки и специальная фритюрница. Да, друзья, вот это все. 18 предметов для вас со скидкой в 3200 рублей. Завтра, да еще и вчера, этот же набор стоил больше 7000 рублей. Сегодня, в честь праздника, 9 мая, этот набор по самой низкой цене за всю историю телеканала. Еще одно маленькое отличие. У нас две модификации. Вот смотрите, сейчас вы наблюдаете крышки со специальным плоским режимом для того, чтобы укладывать вилочку или ложечку прямо на крышку, чтобы не пачкать рабочую поверхность. Это первая модификация. Вторая модификация – это специальные термокрышки. Вы наверняка с ними уже знакомы на нашем телеканале. А здесь мы наблюдаем температурный режим внутри каждой кастрюли. Вот такие две модификации. Выбор за вами. Цена от крышек не меняется. Выбирайте любой комплект и получайте удовольствие от современного шопинга. Ром, ты знаешь, да. Вот я к тебе хочу прийти и спросить тебя. Все-таки мы с тобой начали тему про полевую кухню, да? Да. Я вообще понимаю, почему там каша вкуснее, чем у нас на плите. Потому что там она же обволакивается теплом, она томится. Так, да, все верно, все верно. Оль, вот и я готовлю полевую кашу перловую с тушенкой, как мы любим. И все, посмотри, мы этого сделали благодаря нашей посуде. А все потому, что здесь есть, соответственно, 5-капсульное термоаккумулирующее дно, которое обволакивает как раз-таки кашу, делая ее при этом рассыпчатой, вкусной, да еще и с эффектом томления. Вот посмотрите, какой сочный, красивый, рассыпчатый результат получился. И вот такой вот яркой каши можно как раз-таки добиться благодаря нашему набору посуду с 5-капсульным термоаккумулирующим дном. Вот расскажи нашим телезрителям, вкуснейшая каша. Кстати, вы также будете готовить вкуснейшие рассыпчатые каши. Дозвоните прямо сейчас и получите скидку 3200 рублей. А что такое 5-капсульное дно? Ромочка должен сейчас срочно рассказать. Все очень просто. Во-первых, наше дно состоит из 5 слоев металла, алюминия и стали. Алюминий, соответственно, позволяет равномерно и быстро нагреть нашу посуду. Сталь же это тепло удерживает и дает прочность нашей посуде, не дает ей деформироваться, тем самым еще и образуя правильный теплообмен. Соответственно, блюдо полностью пропекается, сохраняя все соки, а, соответственно, если мы хотим, можем блюдо сделать даже с корочкой, и нам не нужно ничего заворачивать в фольгу. Но я хочу показать на примере, как это делается. Итак, друзья, вот у нас есть 3 посуды, которых есть у многих из нас дома. Пожалуйста, эмалированная посуда, в которой... Ой, уже все пригорело здесь. Эмалированной посуде вообще не разрешается, не рекомендуется, будем говорить так, что-то тушить, потому
потому что при тесном тушении и распределении тепла строго снизу вверх, вот получается у нас вот такой вот результат, все разваливается или пригорает. А еще посмотрите, вот. Видите результат? Посмотрите, как все пригорает. Я даже не буду выливать это. Вы вот увидели. Ну, друзья, не стоит этого делать. Поняли, что такой кастрюли готовить нельзя. Да, просто забудьте. Вот, пожалуйста, есть посуда из обычной нержавеющей стали. Сразу обратите внимание на ручки, что здесь ручки уже подгорели и отвалились. Кастрюля сама некрасива. Ой, а теперь смотрите. Во-первых, все разварилось. Раз, посмотрите на цвет этого кабачка. Он блеклый, он некрасивый. А все как раз-таки из-за того, что, опять же, температура поднимается строго снизу вверх. Вот я вам сюда его положу, чтобы дальше вы могли сравнить. Вон, смотрите, все развалилось. Вот так вот я вот переложу. Вот. Нет, такой результат теперь нам тоже не нравится. То есть, если у вас разваливается, посмотрите, еще и все пригорело. О. Друзья, не готовьте так. Готовьте правильно, готовьте с хорошей посудой. Посмотрите, готовьте именно так. Вот наша кастрюля от нашего австрийского бренда Wellberg. Соответственно, здесь мы готовим даже с эффектом томления. Оператор, покажите, пожалуйста, что у нас, как здесь все бурлит и кипит. Загляните прямо в кастрюлю, посмотрите, все томится, уже соус начал выкипать при этом. Я сейчас достаю кабачки, посмотрите. Посмотрите на их цвет. Они сохранили свою сочность. Они остались такими же яркими, зелеными, как были изначально. Но при этом, друзья, посмотрите, ничего не разваливается. Вот он весь фарш остался внутри. Выливаю соус. И посмотрите, у нас ничего не пригорает. Весь соус остается таким же ярким. 18 предметов. Абсолютно полный комплект, который заменяет все ваши кастрюли. Начните жизнь по-новому. Готовьте еще вкуснее, получайте комплименты от своих близких. Ром, ну ты знаешь, еще в комплекте у нас идет фритюрница. Давай про нее тоже расскажем, для чего она нужна. Ну, я тебе скажу так. Во-первых, да, сетка идет в комплекте, это дает дополнительно много функциональности нашего набора. Соответственно, мы можем готовить даже при высоких температурах, потому что легированная сталь, из которой сделан наш набор, соответственно, позволяет нам приготовить множество блюд, и он с легкостью выдерживает даже высокие температуры. Но давай говорить так, что набор большой, и очень много, многие и часто задают вопрос, как его хранить. Давай. Хранить же на самом деле этот набор проще простого. Вот, Оль, внимательно, посмотрите, друзья, просто-напросто я открываю небольшой ящик, и в нем помещается весь набор. Это очень удобно. 18 предметов с легкостью помещаются в далеко не самый большой ящик. Итак, друзья, вот так, вы приобретая такой большой комплект, он превращается в маленький и компактный, поэтому найдется местечко и на вашей кухне для нового, шикарного, безумно привлекательного по дизайну комплекта. Не забывайте, что вы получаете в комплекте 18 предметов. Аксессуары, две бакелитовые подставки и фритюрница. Цена только сегодня, равняясь смирно, заявляем цену 3999 рублей. Цена только сегодня. Кстати, Рома, самая низкая цена за всю историю телеканала «Шоу-шоу». В честь праздника! Успейте купить.